Десятки тысяч километров не перешкода пленному взаимодействию. Партизанский район Минска подписал меморандум об сотрудничестве с районом Сюйхуэй китайского Шанхая. Делегация с Поднебесной наведала несколько буйных предприятий. А подписанный меморандум станет початком экономичного, адукационного и социального сотрудничества. Мы на сегодняшний день желаем плотно завязать наши отношения по технопарку, Минский региональный технопарк, заключить договор с Шанхайским технопарком и также с молодежно-социальной службой, то есть по развитию малого предпринимательства. То есть эти контакты мы желаем наладить, чтобы их опыт посмотреть и в то же время распространить наш опыт, если им это будет интересно. У Минску с официальным визитом мы другий день. Поспели наведать ваш завод по вытворчести пива и молодевый бизнес-инкубатор. У Минска и Шанхая вельми шмат сфер для будущего супрацовництва. Это и эдукация, эти сферы, и медицина, и промысловость, так само автомобилебудование. Я думаю, что дякуючи этому визиту относины Минска и району Сюйхуэй будут активно развиваться. Предприемства партизанского района столицы с китайскими вытворцами сотрудничают не первый год. Например, у Харбине функционирует совместный завод по сборке тракторов.